10 июля в актовом зале городской мэрии состоялось собрание членов общественной палаты с участием главы города Зайнудина Акмазова, первого заместителя главы администрации Бадыра Ахмедова, председателя общественной палаты Магомедрасула Шаихмагомедова и начальника управления образования Руслана Ибрагимова. Перед началом обсуждения текущих вопросов Зайнудин Акмазов вручил удостоверение новым членам общественной палаты. В ходе собрания был заслушан план работы родительского комитета, внесены предложения и дополнения от представителей общественной палаты. В целом, то работы много. Если будем взаимодействовать внутри, в коллективе, в комитете, будем информировать и поддерживать, и идти вместе по направленным целям, то мы добьемся. Но нам это невозможно было сделать без поддержки администрации города, муниципального образования и без поддержки городского управления образования. Почему? Потому что наши дети непосредственно полностью находятся, на целый день находятся в стенах школ. Мы доверили их учителям. А учителя на сегодняшний день имеют большую загруженность. Председатель общественной палаты Магомедрасул Шаихмагомедов отметил, что в преддверии проведения в городе традиционного августовского совещания педагогов представителям палаты необходимо рассмотреть план работы городского родительского комитета. Далее к присутствующим в зале обратился начальник образования Руслан Ибрагимов. Если мы не будем собирать родителей в школу, мы ничего с вами не сделаем. Мы будем собираться 10-15 человек, вот эти все планы мероприятий будем проводить. Там будет присутствовать 5-10 человек. Родительские комитеты сегодня в школах работают не на том уровне, во-первых. Во-вторых, родители отвернулись от школы. Нам надо сейчас проработать направление такое, Магомедрасул, совместно, не отделяя никого друг от друга. Это мы одну общую задачу хотим сейчас сделать, выровнять эту всю ситуацию. Нам надо рассмотреть вопрос, как бы нам привлечь родителей, потом четверть один раз собирается родители собрание, мы их не можем собрать. Миллион причин бывает. Вот эту тему нам надо отработать. Если родители будут приходить на родителей собрание, у нас работа пойдет. Если они не будут приходить в том количестве, которое сегодня ходит, мы с вами ничего не сделаем. Это плановые мероприятия, вот вопросы, которые здесь все озвучены, мы их. У нас в плане они сидят, мы эти вопросы отрабатываем, работаем. Каждое учреждение в отдельности, в общий город тоже совместно со всеми службами, которые здесь в администрации есть. В свою очередь глава города Зайнудин Акмазов подчеркнул, что спектр направлений деятельности общественной палаты, по которым нужно провести работу, очень широкий и разнообразный. И поэтому для достижения положительных результатов необходимо действовать слаженно. По итогам совещания были приняты решения о совместной работе общественной палаты города и родительского комитета по ряду комплексных мероприятий. Зарима Хайбулаева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».